Я Чупров Алексей Евгеньевич, родился 18 апреля 1998 года в городе Дзержинск. Являюсь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации. Штатная должность заместитель командира взвода войсковой части 98-575, дислоцирующийся в городе Дзержинск. Я Смельнинов Роман Вячеславович, 12.09.2001 года рождения, родился в городе Саратове. Служу в воинской части 9600, 8-й роте 3-го взвода 2-го отделения по должности наводчик. 24. Я Крендельев Андрей Викторович. Родился 08.06.1995 года в Саратовской области, города Балаково. Прохожу военную службу по контракту ВЧ-9600 на должности старшего. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Ахунов Нияз Мунирович. Число, месяц, год рождения. 17.01.2002. Где на сегодняшний день проживали в Российской Федерации? Республика Башкортостан, Татышлинский район, село Булькайпаново. Имя, отчество. Я Каликенов Рамазан Серкалиевич. Число, место рождения. 09.05.97. Где я родился? Оренбургская область, Первомайский район, село Каменное. Воинская часть. 9600. Должность, звание. Водитель, ефрейтор. Водитель чего? БТР-82АМ. Я военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Макушин Александр Александрович. Войсковая часть 71-718. Русский корабль, иди нахуй. Украине слава. Я Самсидов Алексей Кирьянович, родом из Челябинска, всю жизнь прожил в России, в Челябинске. Кардинально не согласен с политикой Путина, с его вторжением в Украину в 2014 году, в 2022, с убийством мирных жителей, против его узурпации власти, приехал в Украину, чтобы сражаться за демократию, за свободу, за независимость этой страны. Всем предлагаю делать не то чтобы то же самое, но как-то противостоять этому, потому что жить уже там невыносимо и противно лично мне было. Хочу здесь жить, противостоять тому режиму узурпации власти. Все. Военнослужащий Российской Федерации, войсковая часть 71-718, Чеченская Республика, город Шульман. Русский корабль, иди нахуй, слава Украине. Я военнослужащий Российской Федерации Шмаков Константин Николаевич, 70-й мотострелковый полк. Русский корабль, иди нахуй, слава Украине. Я военнослужащий Российской Федерации Семикин Анатолий Владимирович, военнослужащий войсковой части 75-391. Русский корабль, иди нахуй, слава Украине. Фамилия, имя, отчество. Аскеров Мурад Абдулатипович. Год рождения. 10.04.1978. Где проживаешь? Город Москва. Фамилия, имя, отчество. Азангуев Ачир Олегович. Число, месяц, год рождения. 17 декабря 1984. Звание. Капитан. Должность. Старший офицер. Номер воинской части. Войсковая часть 31-134. Место дислокации. Поселок Калининск, Московская область. Какого числа вошли на территорию Украины? Фамилия, имя, отчество. Мородов Александр Романович. Год рождения, где родился? 08.06.2000, город Москва. Звание, воинская часть? Ефрейтор 30-134. Где находится часть? Нарфоменск. Полностью название поселок, части? Поселок Ленинец. Фамилия, имя, отчество. Фомин Александр Сергеевич. Число, месяц, год рождения. 26 февраля 1982 года. Воинское звание. Сержант. Какой воинской части служите? Номер. ВЧ-98-574. Войска. 69-я отдельная бригада материально-технического обеспечения. Кто командир части? Командир части подполковник Пирог. Кто командир роты? У меня не командир роты, у меня отдельный взвод. Отдельный взвод.
Кто командир отдельного взвода? Старший прапорщик Горчаков. Какого числа вы пересекли границу Украины? Позавчера я пересек границу Украины. С какой области вашей страны? Белгородская область. Какие задачи ставились? Конкретно задачи для меня не ставилось. Я как топливозаправщик под командованием старшего рулил. Два у кардик квадри есть? Есть. Есть два. Закрыть дверь. Все, Юра, вот это что? Да. Все. Обиды командир, фамилия своя? Никанор. Откуда? Самара. Як вы заехали в Украину? Сказали учение, совершаем марш. Все, больше никто ничего не сказал. Совершили марш, соответственно, остались без поддержки. Четыре дня выживали как могли. Наткнулись на местное население, на мирных жителей. Вот, договорились, то, что не стрелять. Вот, но как бы маленькая перепалка все-таки совершилась. Ну, человек был ранен, как бы местные оказали помощь, пообещали, то, что все будет хорошо, накормят, напоят, и все обещания сдержали. Раненым оказали помощь? Да, раненым мне оказали помощь. Делали операцию, перевязку, накормили, напоили. Закрыть дверь! Все хорошо. Тобі оказали помощь? Да. Накормили? Да. Претензии есть какие-нибудь к нам? Нет. Конец.